Кировск встречает лето яркими красками Индии. В воскресенье 4 июня в рамках 7-го областного фестиваля культуры Индии в Хибинах впервые состоится красочное действо – праздник колесниц. Это один из главных праздников индуизма, связанный с одной из форм Кришны. Центральным элементом праздника как раз и является шествие колесниц. Мероприятие включает шествие колесниц, которое в зависимости от погоды состоится вокруг озера Верхнее или вокруг здания Дворца культуры. Далее участников и гостей фестиваля ждет праздничный концерт с участием известного индийского музыканта, исполнителя древних классических жанров индийской музыки Биту Малика. В рамках мероприятия будет работать выставка продажи товаров из Индии. Начало шествия в 14 часов. В 16 часов начнется концерт. Возрастное ограничение для гостей фестиваля – старше 5 лет. Hare